Сила творчества и музыки в пространстве кафе откликнется эхом игры в пространстве детской клиники. В этом уверены волонтеры, которые помогают маленьким пациентам перенести тяготы лечения, раскрасить больничные будни. В Новосибирске пройдет первый благотворительный рок-концерт в поддержку больничных клоунов НОС. Об участии заявили такие группы, как «Коридор», «Проверено», «Солнце маяк». Встреча состоится в кабаре-кафе «Бродячая собака» в воскресенье в 20:00. Вырученные деньги пойдут на поддержку больничных клоунов, которые уже 10-й год создают среду в детских медучреждениях, организовывают визиты координаторов, занимаются с ребятами творчеством, расписывают стены в клиниках и создают игровые уголки. Мы охватываем уже большое количество благополучателей. В среднем это там 20-25 человек за выход, за один. Это говоря проектно, только вот если мы рассматриваем контекст больничной клоунады. Если работают педагоги, координаторы детских отделений, они охватывают полностью отделение. Это бывает, они работают там 5 часов, и достаточно много детей, только детей около 40 человек, плюс медперсонал, с кем мы тоже работаем напрямую, плюс родители, это тоже наш круг внимания.